Вызвать бригаду подрывников? Я не знаю, что делать. Позвольте мне попробовать. Послушай, если ты пойдешь к зубному, как хороший солдат, когда ты вернешься, мистер Бельведер сделает твое любимое мороженое с шоколадной крошкой. И шоколада побольше? Конечно. Ну, как я выгляжу? Лучше. Прекрати это. Пусть дантист мне почистит зубы. По крайней мере, деньги не зря потрачу. Доброе утро. Доброе утро. Я готов идти к зубному, папа. Зачем торопиться? Ну как же, ты разве не хочешь, чтобы тебе просверлили зубы? Ну все, я не пойду. Брось, пап, ты должен. Видишь, даже Весли понимает, поход к дантисту может и неприятен, но обязателен. Нет, мне это нравится, правда? Да. Конечно, иногда бывает очень больно, но зато как хорошо, когда все закончено. Это похоже на день, проведенный с тобой. Мистер, у тебя что-то не так? Я все еще не могу найти соседа, с которым вместе снимать комнату. И у меня куча неоплаченных счетов. Трудно сводить концы с концами. Но мы с папой всегда можем помочь. Нет, я не могу брать у вас так много денег. Попрошу Уэса. И вообще, я не хочу занимать, поэтому я решил продать свою барракуду. Но ты же любишь эту машину. Да ничего, я живу рядом с кампусом, так что все будет нормально. Если мы можем что-нибудь сделать, только скажи. Ты можешь одолжить мне свой Порш? Молодец, дорогой, не теряй чувство юмора. Получилось. Я побила рекорд. Я вернулась из магазина за 6 минут 45 секунд и даже остановилась на одном светофоре. Неплохо. У меня получилось бы лучше, если бы кое-кто не кричал. Здрасте, мистер Бельведер. Вы не войдете? Сначала положи ключи от машины на стол. Теперь отойди. Теперь я войду. Мистер Бельведер, вы не могли бы помочь мне с этим объявлением? Я продаю машину. Хорошо, я ее куплю. Что? Мне нужен свой собственный транспорт. Да, но вы даже не знаете, сколько я за нее хочу. Это будет дешевле, чем лечение. Хорошо, договорились. Как все прошло? Для папы отлично. Для зубного еще лучше. Что такое? Парню нужны скобки. О, нет. Он сказал, что у него ненормальный прикус. А я ничего не кусал целый месяц. Послушай, дорогой, это будет не так плохо, как ты думаешь. К тому же потом ты будешь рад, что носил их. Привет, пап. Привет. Уэс. Привет, Кевин. Что это с ним? Мне придется носить скобки. А мне они не нужны были. Нужны были. У нас просто не было денег. Извините. О, миссис Моррис. Я вижу, это пожарный шланг. Да, мэм. Забавно, я не вижу никакого огня. И не чувствую дыма. Действительно, наверное, мистер Джонс сам себя потушил. Привет, Вес. А, привет. Пойдем в кафетерий, поедим макарон с сыром. Я не могу, у меня рот заблокирован. Это мой последний шанс их поесть. На следующей неделе я надену скобки. Они не так уж плохи. После первого года привыкнешь. Мы только перешли в среднюю школу, и мне приходится носить во рту эректор. Да всем наплевать, носишь ты скобки или нет. У тебя даже могут появиться новые друзья.
А в общем, я положу книжки и пойдем в кафетерий вместе. Привет, Лесли. Привет, Кимберли. Будь осторожен, мистер Джонс все еще злится на тебя. Но я не знал, что попрыгунчик может так высоко подпрыгнуть. Я как раз собиралась пойти поесть. Хочешь, пойдем вместе? Я пообещал Майлсу, что поем с ним и с его друзьями. С этой группой heavy metal? Ну да. Как мило с твоей стороны, Лесли, обращаться с ними как с нормальными людьми. Хочешь пойти с нами? Нет, спасибо. Да, ну и погодка сегодня. Привет, чемпион. Куда собираешься? Покататься. Мама дает мне свой Порш. А мне не даешь. Я дам тебе, когда у тебя будет тяжелый день. Во вторник. Покатаемся? Я умираю с голоду. Где Бельведер? Поехал на рынок в машине Кевина. В моей машине в дождь? Да, что? Привет. Мистер Бельведер, вы промокли? Да. Такое бывает, когда идешь 3 мили пешком во время тайфуна. Да, я, кажется, забыл сказать вам, что распределитель отказывает, когда в мотор попадает вода. Ей же приходится куда-то деваться после того, как салон уже заполнен. Да, и я, кажется, забыл еще сказать вам, что заднее стекло не поднимается, потому что заднего стекла нет. Зато переднее отлично работает, уже нет. Ну что ж, я пойду посмотрю сам. Ну что, на ужин? Суп. Лесли, это ты доел все суфле? Да, я сделал бутерброд с арахисовым маслом и суфле. Отвратительно. Теперь мне нечего положить на печеночный паштет. Что ты смотришь? Деревня проклятых. А, это там, где ты родился, да? Ну что с тобой? Завтра мне наденут эти дурацкие скобки. Но я уверен, все будет хорошо. Да, но представьте, что есть девчонка, которая вам нравится, и вы нравитесь ей, только вы боитесь, что вы бы ей не понравились, если бы носили скобки. Я думаю, это не очень хороший человек, и он бы мне не понравился. Но что, если бы вы уже знали, что она не очень хорошая, и она бы вам все равно нравилась? Послушай, Лесли. Скобки не изменят того, какой ты человек, и не изменят того, что люди о тебе думают. И вы не будете звать меня Железный Рот? Конечно, нет. У меня есть прозвище получше. Доброе утро, миссис Оуэнс. И вам доброе утро. Позвольте сказать, вы сегодня выглядите прелестно. Спасибо, вы тоже. Но слово «прелестно» не подходит мужчине. Скажем, ошеломительно. Доброе утро. Доброе утро. Какое привлекательное трио. Хезер, Кевин, нам надо торопиться. Мы же не хотим опоздать на съемки рекламы зубной пасты. Знаешь что, дорогая? У нас очень прекрасная, красивая семья. Я вернулся от зубного. Что они сделали с моим малышом? Он похож на придурка. Вовсе нет, котеночек. Больше на бампер 58-го десота. Не беспокойся, Уэсли. Все будет прекрасно. Да, дорогой, многие уважаемые психологи и специалисты по малым приборам говорят, что скобки совсем не мешают вести насыщенную и продуктивную жизнь. Конечно, Уэс. О боже, я превращаюсь в ботаника! Берегитесь, он заразен. Что ты со мной сделал? Прости, слишком поздно. Простите, простите. Слава богу, он ушел. Да, во всяком случае, ему будет лучше снаружи. Если не будет грозы. Уэс, что случилось? Ничего.
Мне не поставят скобки. Никогда. Ну, дружок, ты не сможешь продолжать так вечно. Как все прошло? Тебе поставили скобки? Что это он? Он сказал, больше никогда в жизни не откроет рот. А вы не могли бы это написать? Послушай, может, сейчас они тебе не нравятся, но ты к ним привыкнешь. Скажи что-нибудь. Они дурацкие и безобразные, мне от них больно, и никто их не увидит никогда. Вот так. Он наконец собрался? Сказал, что идет. Удивлена, что он вообще идет в школу. Вчера вечером он так переживал из-за этих скобок. Думаю, хороший, крепкий сон исцелил его нервную систему. Я готов. Всегда нужно убедиться, прежде чем говорить. Уэс, что с тобой? Так я могу говорить, и никто не увидит мои скобки. Ты думаешь, твои скобки выглядят нелепее, чем это? Мне все равно. Хорошо. Ты решил так идти в школу? Может, поймешь, как ты глупо выглядишь? Пойдем, Хезер. Не забудь свой обед. Твои любимые. Болонье и сыр с булочкой с изюмом и пакетик конфет. Я уже сказал, я не ем ничего, что не могу пропустить через соломинку. Не беспокойся, я засунул их в миксер. Забыл вам сказать, тормоза надо немного подтянуть. И рулевое колесо тоже. Что это все такое? Несколько вещей, которые я нашел, когда вычищал машину. Спасибо. Да, и механик на станции спросил, есть ли у меня записи предыдущих поломок. Да, наверное. Вот это за прошлый месяц. Да? И как же ты теперь без своей машины? Отлично. Наверное, приходится много ходить. Ну, вообще-то нет. Я купил другую машину, правда? Да, я заплатил за квартиру, и у меня остались кое-какие деньги, поэтому я купил одну из этих дурацких маленьких японских машин. Такую глупую машину, которая везет тебя туда, куда нужно. Послушайте, мистер Бельведер, как только вы устраните несколько неполадок и привыкнете к ней немного, вы будете наслаждаться этой машиной так же, как и я. Не думаю, что это возможно. Войдите. Здравствуйте, мистер Бельведер. Привет, Майлз. А Уэсли дома? Мы собирались пойти погулять. По-моему, он делает уборку, но сейчас закончит. Где же эта открывашка? Не беспокойся, я ее нашел. Ну что ж, Уэсли, я вижу, ты отказался от вуали и надел то, что больше подходит к твоему характеру. А мне сделали кучу комплиментов. Уэсли, скобок нечего стыдиться. Так что сними свою глупую маску и подумай об этом. Нет, я больше никогда не раскрою рот на людях. Ну что ж, это сбережет нам кучу нервов. Мистер Бельведер прав. В этом нет ничего стыдного. Я знаю. А где же твои скобки? У меня их и не было. Что? Отец ждал меня в машине, потому что он не любит дантистов. Так что я час просидел в приемной, вышел и не раскрывал больше рот. И они тебя не застукали? Конечно нет, они всего лишь взрослые. Здравствуй, Джордж. Ну что, нашел, в чем проблема? Да, она началась в тот день, когда вы с миссис Оуэнс решили завести детей. Брось, Бельведер. Кевин продал тебе ее не специально. Тебе просто повезло. Я не потрачу и 10 центов больше на эту чертову машину. Я починю ее сам. А я не знал, что ты еще и гений механики, здоровяк. У меня был кое-какой опыт, когда я работал на королевскую семью. И что ты делал? Заводил каждое утро королеву? Может, проблема в свечах? Да, но я их заменил. И я подтянул соленоид, хотя я не знаю, что это такое. Давай попробуем завести. Боже правый, это чудо! Может, это не такая уж и груда металлолома? Я, наверное, сегодня встал не с той ноги. Наверное.
Ну что, давай прокатимся? Хорошая идея. Эй, приятель. Ну хватит, Уэс. Я не хочу, чтобы меня кто-нибудь видел. Я слишком ужасен. Хорошо, как хочешь. Может, вы могли бы меня отослать куда-нибудь? На какой-нибудь остров для тех, у кого проблемы с зубами. Я мог бы быть себе подобными. Послушай, ты себя глупо ведешь. Нам все равно. Скобки у тебя на зубах или птичья клетка на голове. Мы все равно тебя любим, так ведь? Да, я знаю. Ну так повернись и улыбнись своему отцу. Спокойной ночи. Я пошел. Запомни, мелкими купюрами, по возможности немеченными. Сейчас зайдет Майлз, мы идем в кино. Знаешь, забавно, я купил еще одну бутылочку взбитого суфле, но кто-то его съел. Правда? Ты ведь больше не делаешь с ним бутерброды, так? Нет, конечно, ты бы не смог его съесть с этими скобками. Конечно, это если они у тебя есть. Что вы имеете в виду? Может, ты прикидываешься? Но это, конечно, было бы беспримерной хитростью, на которую не способен даже самый изворотливый разум. Это на тебя похоже. Покажи мне свой хром, Джером. Нет проблем. Теперь улыбнись мамочке. Чего это ты придумал? Ты думал, вечно нас будешь обманывать? Только до 18 лет. Ты, должно быть, высоко ценишь свою мать и меня. Думаешь, мы парочка рассеянных, которые не знают, что вокруг них творится? Ты читал мой дневник? Я знаю одно. Ты отправишься к зубному сегодня, если возможно, и тебе поставят скобки. Но они испортят мне жизнь. Слышать не хочу. Испортят. Как только наденешь скобки, так сразу превращаешься в придурка, с которым никто водиться не хочет. Посмотрите на Майлса. Пока. Привет, Майлз. Мне их поставили. Круто, да? Я даже по дороге в школу напугал парочку питбулей. Слушай, прости меня за то, что я сказал. Я не имел в виду, что ты придурок и все такое. Спасибо. Не за что. Слушай, ты мой лучший друг. С того самого дня, как ты меня укусил, когда мы возвращались с экскурсии. Ну да. Слушай, не беспокойся, что из-за скобок ты станешь занудой. Да? Да. Я был таким еще до того, как мне их поставили. Теперь это легче заметить. Отлично. Кимберли идет. Привет, Уэсли. О, привет, Кимберли. Я хотела спросить, ты пойдешь на футбол в пятницу? Не знаю, может быть. Если хочешь, могли бы пойти вместе. Мама бы нас отвезла. Это, конечно, хорошо, но ты уверена, что хочешь пойти со мной? А почему бы и нет? Ну, не знаю. А если случилось что-нибудь, из-за чего я бы выглядел по-другому? О чем ты говоришь? Я знаю только, что ты мне очень нравишься. И только это имеет значение. Правда? Ну что ж, ребята, все, до тех пор, пока мне их не снимут. Прощальная вечеринка? Да. Мы хорошо проводили время вместе. Ты молод. Заведешь себе новых друзей. Знаете, вы были правы насчет этих штук. Всем все равно, кроме Кимберли, а у нее самой два зуба торчат. Послушай, Уэсли, незачем это выбрасывать. Но я не могу это есть. Зато я могу. Мистер Бельведер. Здравствуй, Кевин. Я получил сообщение, вы хотели меня видеть. Я бы приехал и сам, но, к сожалению, твоя квартира не под горой. У вас неприятности с автомобилем? Теперь он встречается с машиной из автоклуба.
Это забавно. О, пора кормить. 4 часа. Не понимаю. Когда он был у меня, он бегал отлично. Наверное, скучает по тебе. Мне пора возвращаться в кампус, так что я вообще-то подумывал тут. Мне так жаль, что тебе пришлось продать машину, ты ведь ее так любишь. Я с этим справлюсь. Ты молодой человек, все время в разъездах. Тебе нужна крутая тачка. Что вы хотите сказать? Верни мне деньги, мошенник. Сделка — это сделка, а сломанная шея — это сломанная шея. Я не просил вас покупать эту машину, вы меня умоляли? Все эти годы хорошего примерного поведения, и все это с умыслом продать мне эту машину. Ну все, я пошел. Нет-нет, ты заберешь с собой эту тонну ржавчины в гараже. Послушайте, я не возьму эту машину обратно. Хорошо, я сам пригоню ее к твоей квартире. Можешь прислать мне чек по почте. Послушайте, когда я вернусь домой, чтобы этой машины перед моей квартирой не было, понятно? Очень хорошо, ее там не будет. Вот и отлично. Еще увидимся. Какого? Счастливые ржавчины. Мы с Кевином разрешили наш спор по-дружески. Он согласился вернуть мне деньги недельными взносами. Я согласился убрать машину из его квартиры, тоже недельными взносами. Тем временем все подразделение стойко держится, пока Уэсли привыкает к своим скобкам. Вообще-то он говорит, что они придают ему угрожающие качества, которые ему нравятся и которые я нахожу излишними. Я всегда предчувствовал, что дети Оуэнсов меня убьют. Я только не уверен, кто из них убьет меня первым. Хорошо, мистер Бельведер, я готова ехать на рынок. Ну что ж, вот и ответ.